До Гупилса началась акция «Соберем крупногабаритные отходы в частном секторе». Ее организатором является самоуправление. Специалисты управления коммунального хозяйства, по инициативе которого в прошлом году в частном секторе были установлены контейнеры для зеленой массы, констатировали, что помимо веток, листьев и травы, горожане выбрасывают туда покрышки, строительный мусор и старую мебель. Следует отметить, что за вывоз таких отходов нужно платить дополнительно, но некоторые жители этого делать не хотят, поэтому стараются выбросить ненужный хлам подальше от своего дома. Контейнеры для зеленой массы или, что еще хуже, в лесу или в прибрежной зоне городских озер и Даугавы. Кстати, в этом году на ликвидацию стихийных свалок из городского бюджета будет выделено 20 350 евро без учета налога на добавленную стоимость. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, было принято решение установить в разных микрорайонах города 7-кубовые контейнеры для крупногабаритного мусора. Они уже появились на перекрестках улиц Абовас и Дзинтер, Венспилс и Ужвалдес, Гроднис и Баускас, Апшу и Нометню, а также Денвиду и Даугавас, Достоевская и Блауманю, Транспорта и Кайнику, Базницас и Лигинишку, Рексту и Апеню, а также напротив дома на улице Рубиню, 29. Включительно до 31 мая у жителей частного сектора будет возможность избавиться от старых диванов, кресел, оконных рам, дверей и других вещей. Единственное, что нельзя выбрасывать в эти контейнеры, это пищевые отходы и зеленую массу.